Шукшинские дни на Алтае продолжаются. В центре событий Михаил Беднаржевский и Мария Корчевая. Вчера Маша попробовала знаменитые сростинские пирожки, выучила фольклорную песню и осталась ночевать в палаточном лагере. Миша увидел экспонаты в музее Шукшина и отправился в Белокуриху. Сегодня Маша не смогла добежать до финиша сростинского марафона, а Миша встретился с актрисой Ниной Усатовой. Выставка, ярмарка сувенирной продукции. Это, наверное, улица мастеров. Прогуляемся? Кошельки из кожи, деревянные куколки, свистульки разные, расписные. Здесь вот, смотрите, сувениры из дерева на удачу. Дождик идет, поэтому спрячемся в палатку. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас тут делают? Плетем кольчугу. А можете научить меня? Что надо делать? Да, конечно, сейчас. Берете. Ой, это готовые? Да, вот, то есть берете кольца, числом. Сразу два надо, да? Да, сразу два. Сводите вот так кольца. Хорошо. Три кольца сейчас надо свести. Одно у вас уже есть. Так. А три вы сведете сами. Зажимаю между двумя плоскогубцами. Так. Да. И пытаюсь свести. Так. Да. Оп. Ой, слушайте, а я ничего так-то. Вот с такой пятерочки, связки из пяти колец, и начинается кольчуга. А кольчуга-то у вас есть? Может, лучше кольчугу оденем, а? Кольчуга намного тяжелее. Вот сейчас попробую надеть настоящую кольчугу. Она весит сколько? А вы попробовали 17, ее? 17 килограмм. Смотрите, я могу поднять руки, и все, и больше не могу. Да, но это для рыцарских боев, в которых их садили на коней, им давали в руки копье, и они больше ничего вообще не могли делать, вот только вот двигать копьем этим. Ну вот, я переплюнула Леди Гагу, смотрите, какой у меня наряд. В таком она точно еще не выходила. Ну что, по-моему, мне хватило снимать. В одном из санаторий в Белокурихе проходит творческая встреча с Сергеем Безруковым, и сейчас мы направляемся как раз туда. Зачем так нежно обещала ты заменить его венец? Зачем ты не была сначала, какой устала наконец? Народу здесь действительно огромное количество, и сейчас я попытаюсь взять у Сергея Безрукова автограф. К сожалению, пообщаться лично с Сергеем Безруковым у нас не получилось. И сейчас мы отправляемся в Сроски, там вот-вот уже должна начаться церемония закрытия. Сейчас я поднимаюсь на гору Пикек к памятнику Шукшину. Гора небольшая, здесь всего от подножья до вершины километр.
Вначале идти, конечно, сложновато, потому что подниматься высоко. Но когда поднимешься, уже можно полюбоваться на село. Смотрите. Вот так вот постоишь, можно отдохнуть. Пойдемте дальше. А где это здесь концерт? Музыка? Привет, Маш. Вообще, как ты тут оказался раньше меня? Что значит, я на машине приехал вообще? А что ты меня не подобрал? Я пешком шла по дороге. Слушай, ну ты вот вначале сказала, что хочешь провести шукшинские чтения как настоящий турист. Вот и походила пешочком, ничего. Ладно, мы с тобой еще позже разберемся. Ну, кстати, мы на эту гору поднялись друзья. Есть такая традиция, все, кто приезжает с Ростки, обязательно подходить памятник, чтобы загадать желание. Есть такой секрет, что если загадать желание и потереть палец, тишина, желание исполнится. Так, ну, давай. Загадывать? Загадал. Все? Что загадал? Не скажу. Я так и не скажу. Ну что, Миш? Так, а что? Вроде все, весь ритуал мы выполнили. Теперь можно спокойно посмотреть концерт. Что, пойдем? Пойдем.